Враги сожгли родную хату, «Катюша», «Футбольный марш», эти и десятки других песен, знакомых каждому россиянину. Их автор родился 120 лет назад в 8-м доме по улице Усиевича. В этом доме. Советский композитор, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени. Матвей Блантер, уроженец Почепа. Здесь он рос до переезда в Курск. С музыкой познакомился волей случая. В своих воспоминаниях пишет. Мне было лет 7. Мама послала меня зачем-то к соседке, и там я увидел открытый рояль. Нажал клавишу старого разбитого инструмента и погиб. С этой минуты я был покорен музыкой. Свой путь Матвей Блантер начинал здесь. Правда, от того дома, где родился композитор, остался один фундамент. Минули 120 лет и две мировые войны. Здание неоднократно перестраивали. Сегодня строением заведует первая гимназия. Еще в нулевых дом Блантера служил интернатом, а до недавнего времени здесь проходили уроки, в том числе музыки. В здании школы 3 кабинета, 2 из них уже пришли в негодность, в том числе кабинет музыки. Полы здесь недостаточно крепкие, чтобы выдержать вес музыкального инструмента. Пианино пришлось перенести в основное здание школы. Но в скором времени здесь пройдет капитальный ремонт. Полы заменят, а вместе с ними настенные покрытия, потолок и всю школьную мебель. Наталья Анатольевна – учитель музыки. В этом кабинете проработала 7 лет. Вместе с учениками ждет возвращение в обновленное здание. Я считаю, что вот аура сама помогает, ведь наши гимназисты являются победителями многочисленных конкурсов музыкальных, вот, которые проводит Центр творчества «Родники». Вот, и мы всегда именно в победителях или в призерах. Я всегда говорю, ребята, нам в помощь всегда наш композитор-земляк. Блантера Почепская школа искусств носит недавно, всего 6-й год. Когда вот мы вопрос подняли о том, чтобы носить имя Блантера, и вот собрали общее собрание, да, присутствовали родители, они тоже были активны, и все. Но дети, у них горели глаза, почему-то они так хотели, чтобы мы носили имя Блантера. Матвей Исаакиевич Блантер написал песню «Щерси». Я выбрал играть на балалайке, потому что мне нравится звучание. Я люблю больше играть песни Блантера, потому что они красиво звучат. Но любимая моя песня из Блантера – это «Катюша». Даниил занимается музыкой 5-й год. Баян зачаровал мальчика своим народным звучанием. Играет для души. А вот для Виктории музыка не просто хобби. За роялем она с 7 лет. За это время я участвовала почти во всех конкурсах. Один из них – это, допустим, всероссийский конкурс имени Рубинштейна Николая, который проходил в Москве. За плечами у 13-летней Виктории 14 музыкальных конкурсов всероссийского и международного уровней. В копилке достижений далеко не одна победа. Сегодня девочка готовится сразу к двум конкурсам. Ближайший из них пройдет в марте. А сама не пробовала писать музыку? Ну, как-то пробовала, но у меня это не очень получается. Ну, я лучше исполнять, чем что-то сочинять. Почепский район – родина одного из самых известных российских композиторов. И не только. С этим местом связаны дворянские роды Перовских и Разумовских. Здесь проводил свои детские годы писатель Алексей Толстой. Словом, место непростое, богатое на таланты. Александра Савельева, Александр Жучков, Почеп.